Бизнесмена Ленара Шингаряева на агрофоруме заинтересовали информационные технологии, а именно разработка саратовских программистов «Агросигнал». Этот онлайн-сервис значительно облегчает жизнь сельхозпроизводителям. Ну, более удобно, чтобы самому не ездить в поле. Дома открыл, ноутбук посмотрел, где что работает. Больше времени выделяешь. Свободное время появляется больше. Проект «Агросигнал» позволяет управлять техникой с помощью ГИС-технологий. Это не что иное, как построение интеллектуального сельского хозяйства. Мы помогаем снизить затраты, издержки, увеличить производительность труда. С помощью агросигнала руководитель хозяйства всегда видит, где его техника и какую работу выполняет. Может оперативно реагировать на любые нарушения. Онлайн-сервис позволяет в режиме реального времени наблюдать за ходом сельхозработ. Это можно сделать, не выходя из кабинета, при помощи обычного мобильного телефона. Причем рабочий процесс отслеживается на каждом этапе. Руководитель будет знать, сколько тратится топливо, сколько времени простаивает техника. Разработчики сервиса подсчитали, что рентабельность бизнеса в среднем увеличивается на 20%. Знаю, что в два раза сокращали ГСМ, то есть раньше планировали, например, 100 тонн на посевную, до 60 сократили с нашей системой. Вот. У кого-то увеличилась производительность ровно в два раза. Онлайн-сервис «Агросигнал» уникален, полного аналога ему нет. Разработчик – саратовская компания «Инфобиз», которая на рынке уже 14 лет. Ее клиентами являются крупные агрохолдинги не только по всей стране, но и за рубежом. Преимущества «Агросигнала» уже оценили также многие хозяйства во всех районах Саратовской области. Оксана Лющева, Максим Пустовалов, Саратов 24.